Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Фонткам. На смарт-фоту установили головное устройство на базе Android от компании Canbox. Модель H-Line, диагональ экрана 7 дюймов. Ставит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все встает достаточно аккуратно. По проводке подключается разъем. Проводка под конкретный автомобиль также идет в комплекте с магнитолой. Адаптировали с подсветкой автомобиля. При переключении габаритов автоматически регулируется яркость, включается подсветка физических клавиш. В данном случае у нас комплектация магнитолы идет с физическими клавишами. Возврат на домашний экран, действие назад, быстрый доступ к Яндекс.Навигатору и также регулировка громкости. В автомобиле нету кнопок на руле. И чтобы удобно было регулировать звук, клиент выбрал именно вот такой вариант для быстрой регулировки звука. Также на данный автомобиль есть и другие варианты мультимедиа. Более подробно вы можете узнать у нас на сайте, либо посмотрев обзор у нас на YouTube-канале. Там есть варианты с различными диагоналями, есть с большими диагоналями экрана, полностью сенсорные варианты с физическими клавишами. Также дополнительно установили камеру заднего вида. Она встает в плафон подсветки номерного знака. Включается автоматически при включении задней передачи. Угол обзора 140 градусов. Есть регулировка по яркости, цветности, контрастности. Бардачок выводится, дополнительные USB-порты и слот под SIM-карту для подключения к интернету. Также подключиться к интернету вы можете, раздав голос своего мобильного устройства, а в USB-порты подключить флешки, жесткие диски с музыкой, с фильмами и прочим мультимедиа. Магнитола работает достаточно быстро, плавно, удобно всем пользоваться. Здесь доступны все современные мультимедийные возможности. Можно скачивать любое приложение из Play Market. Самые популярные здесь уже предустановлены. YouTube, интернет-радио, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Кинопоиск, интернет-телевидение. Есть эквалайзер с большим выбором настроек. Например, срез частот, усиление басов, задержка по колонкам для создания объемного звука, баланс по колонкам и сам эквалайзер. Есть возможность подключения телефона по Bluetooth для прослушивания музыки, либо для громкой связи. Возможность подключения Android Auto, либо CarPlay, как проводным, так и беспроводным путем через специальное приложение. И множество других полезных функций. Например, разделение экрана. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих недооснащений для вашего автомобиля. Наш менеджер обо всем расскажет и подберут лучший вариант. Как я уже говорил, на данный автомобиль есть различные варианты мультимедиа. Более подробно уточняйте у нас на сайте, либо позвонив нашим менеджерам. Также есть установочные центры в Москве и в Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!